Они у нас ее и рубун. Короче, пошел у нас финал, 10-я серия Project X. офигеть, сейчас 18. Господи, но у меня еще есть 2 часа. Потом я еду в больницу, поэтому... не знаю, смогу ли... Не успели сегодня смонтировать его, смотря как, насколько быстро я вернусь из больницы. Как мне нравится, как падает свет, это просто шикарно. Ну, у меня освещение, в принципе, в комнате поганенькое. Ладно, поехали. И все такое зависло. Тихо. Поднастроить надо. Все, кажется, задвигалось. Попутно, как обычно, буду пить свой кофеечек, потому что говорить очень сложно, тем более много и долго. Могу, конечно, молчать всю дорогу, но будет скучно. Я приехала из Бишкека. Алматы. Это что, решили вспомнить первый выпуск всем? Я увидела Мохито. Разница от группы 91, эти ребята несут новые краски в кей-поп. Потому что группа 91, вы сами знаете, сами знаем, что субтитры, как обычно, отсутствуют. Да. Если напомнить нам всех участников. Ануарчик. Обожаю его. Что-то сильно подвисает. Как бы мне не пришлось потом опять редактировать. Малыш. Кстати, я пересмотрела Juice Stage, точнее свою реакцию на Juice Stage. Теперь я знаю, кто, чем все закончится. Да. И сразу же отметила для себя еще тогда в той реакции. Я увидела Су сбоку. Так, сразу же отметила для себя в той реакции мальчика в очках, да. Да, Акжол уже так. Господи, ты надоел. Такой вытер личико. Масочка. Так, тихо. Не облизывайся, блин. Устал. Так, дуэли. Так же, привет, малыш. Я его сразу тогда заметила. Just Stage, оказывается, как говорю, мальчик в очках самый симпатичный. Точно. Сама себе проспойлерила, короче. И про нейтроны я знала изначально, мне еще писали об этом еще там. А, красавчик. Тиздар. Ребята, сабов нет. Верите, нет? Ну ладно, там они сказали про мотивацию. Я отсниму, так и будет этот эпизод. Без разницы, что нет сабов. У меня нет выбора. Мне нужно закончить уже начатое. Буду комментировать просто то, что я понимаю, и то, что я думаю. Тут просто сейчас, кстати, воспоминания от всего того, что было. Поэтому особо мне текст не нужен, конечно. Орешка. Блин, Дидар. Моя боль. Давайте опять не будем это все вспоминать. Тюкутя платит маленькая. А, давай, Срит. Крутой. Не плачь, пожалуйста. Рычка.
Так, тихо. Мне хватило продюсер предыдущей серии. Так, это возвращение. Так жарко стало. Так, куча сообщений. Да я в курсе, что он не пройдет. Я уже досмотрела эту серию. Тут любят спойлерить, хотя я уже посмотрела, ладно, это уже не спойлер. Вот так вот, да, вот сижу лучше в телефоне, да? Ну, тут повторение просто пройденного. Господи, сколько сообщений! Догрузится ваш 9-й выпуск, успокойтесь. Дайте мне 10-й доснять. Мои дети. У меня всего лишь 300 подписчиков. Откуда такая активность? Пожалуйста, скажите мне. Метро. Финал. Вернуться Саба или нет? А ладно, посмотрим без сабов. Как дела? А, нет, он сказал добрый день. А, добрый вечер, наверное, Карлсон. Так, господи, сколько можно сообщений, у вас новый подписчик, окей, понятно. Блин, со всех сторон вылезает. Я уже думаю отключать даже... В режим полета всегда все. 24/7 в режиме полета просто будет. Да, господи. Сообщения везде. Они выходят здесь на компьютере, выходят на телефоне. Ну, спасибо, блин, господи. Вы хотя бы отвлекаете. Люди, которые пишут мне на английском, типа, давайте будем друзьями, это кто? Это вот партнеры, типа, какие-то? Или просто чуваки, которым нужно, чтобы я их пиарила? Или что? Кто это такие? Почему они пишут все время мне? Дайте мне на почугаску посмотреть, отстаньте. А выбирали уже голосованием, да, я так понимаю, последних ребят? Очень жарко. Интересно, в каком интертейменте сейчас Дидар? Мне просто написали, что он в другом интертейменте. Меня интересует факт, где Дидар мой? Привет, Айри. Жена Бойсбен. Кто-то уже там болеет за Нейтрона, он только пришел, блин, в прошлой серии. Ну, понятное дело, что его с Карабери еще знают. Карабери, неправильно, так правильно. Капсарма. Сабов нет. Ничего не понимаю. Я понимаю, только продюсер Ербалат Велихан. И финал. Оксандер. Конечно же, 91 за Келли. Угу, да. Да-да. Алғаш болып осы сахнаға Зак жетекшілік еткен.
мақты вокалистерден, ерекше рэперлерден құралған және қыздар, ең бастысы, сымбатты жігіттерден құралған топты шақырамын. Олардың есімдері Red, Dark, Cozy, Ben, және Абу. Я чуть-чуть пожелала. Перевожу то, что понимаю. Ни черта не понимаю, но перевожу то, что понимаю. Подождите, мне нужна салфеточка, потому что... Зак что-то говорит. Очень много. Нужно протереть очки. Мне кажется, как будто они заляпаны. Думай, закуска. Ты же умеешь говорить на русском. Говори на русском. Мен тек қана қадағалап отырдым. Болды. Интернет-бастан бір толқын шығып. Так. Очень рада за него. Все, ничего не знаю. Да, я в курсе, что он. Я не смогла, не выдержала вчера, мне надо было посмотреть. Еще скачала сегодня все песни Black Dial. Какие нашла в ВКонтакте. И пересмотрела соли. Егер мен топта болып жатсам, өзім қасымда әрине нейтронды өрінеді. Нейтроны говорит. Біріншісі, өйткені оның тәжірибесі бар. Про выявление, да? Жақсы. Дәулет біздің арамызға келді. Біз қазір топпыз ғой, өзі арамызға келді. Мен өзім байқап жатырмын. Дәулет. Дәулеттің өзінің потенциалы бар. Балалардың әрқайсысы жақсы, бірақ енді формат қойғанда сол екі баланы. Бұл тарасынан келін келесіде. Кстати, почему финал не перевели? Может, потому что он был в прямом эфире? Привет, Абу. Иногда они такие темненькие выглядят, ну прям, смотри, темная, прям смуглая кожа. А иногда у них светлее кожа, как-то непонятно. То ли, они так сыграют летом где-то, то ли они так изначально, у них такая кожа, а потом они ее светляют там на сцене, допустим. Непонятно мне. Вот здесь вот он стоит, такой же цветом, как все по коже. А здесь он прям такой как смуглый очень, как будто он там, не знаю, сыграл в солярии 15 лет. Мен топта өте қатты болғым келеді негізінен. Егер мен топта болмайтын болсам... Я все равно ничего не понимаю, поэтому буду болтать не по делу. Я не хочу выхватывать знакомые слова из контекста просто. Про музыку сказал, ладно, окей. Про рэп говорит, про Дэйзи и Зака. Про Козы. Мен Козидан бір нен көрем. Бұзық балалар ғой топта. Бұзық бала бірақ бір жағына лидерді көрем. Ол бұзық бола тұра өте пысып. Козы тоже для меня пока непонятный мальчик. То есть я не знаю, как к нему относиться на самом деле. Так, что-то с мочёлкой. Топта өзім басым 100% болғым келеді. Менің музыкаға деген махаббатым ол шексіз. Өз-өзіме де айталамын мақтаныш ретінде. Топпен жақсы жұмыс істей аламын. Егер де мен топта болсам, мен ары қарай дамып, бұлай индустрияның да жоғары деңгейге дейін жеткізем деген ойдамын. Топқа кірмей қалсам, мен өзім бұрынғы өміріме қайта ораламын. Тағы да жұмыс табатын шығармын. Өзім бұрынғы жылы официант болып жұмыс істегем. Сол жерде хореографияға жазыламын, вокалға жазыламын. Ну, вроде такой. Қазір Инспори тобындамыз. Финалда жарыс. Всегда такой улыбчивый в плане, что даже вроде бы когда все так. Сол кездескенше финалда. Не в его пользу, но он все время продолжает улыбаться просто. Милашка. Он красивый мальчик, конечно. Сцена по нему плачет. Вокал нужно срочно подтягивать и все. Суперзвезда готова.
Дайындық, кстати, я тоже... У меня тоже есть учительские способности, так сказать, то есть обучающие. Я очень многих людей обучала на работе. Есть такое у меня. Как Дулат, я имею в виду. Мы с Дулатом очень сильно похожи. Вообще, во многом очень, во многом мы с Дулатом похожи. Даже в одинаковые игры играли в детстве. Реально, как родственник, какой-то, знаете, вот моя вторая половина, как близнец, брат. Вот так. В некоторых вещах, ну, прям один в один я. Красавчики. Давайте посмотрим, что вы подготовили. Блин, на большой сцене перед зрителями. Он такой хороший, ну, в плане, что он увлекательный очень. Он умеет играть со зрителем. Когда я перестану в руках вот это вот от фотоаппарата греть. Нуар лучший. Как его вообще можно было не взять? Но я очень переживала за него все равно. Я боялась, что Ербалат наберет молодняк. Прям супер-супер молодых деток. А его просто... Скажет, что он перегорел или еще что-нибудь, что он уже не в том возрасте. Он еще молодой, но все равно. О, какой агрессивный. Сразу видно, что уроки Зака не прошли бесследно. Он подтянул его рэп. Ну, как можно было такого вокалиста не заметить, правильно? Уже как бог голосит. Кстати, слушала тут просто уже скачанные песни. И различала по голосам ребят из Black Dale. Я такая... Нифига, Рэй, я сразу узнала. Его партия потом началась. У меня все песни IQ скачаны, сейчас все песни Black Dale я скачала. Я Арсенчик. Ну, а Тачи и Жан, соответственно, они Seven Light, поэтому Seven Light тоже мое все. Seven Light. Почему всем Seven Light сегодня не сказать? Так, ну что там? Нет. Өткендегі жұмыстан қараған кезде қазір бірнеше рет жоғары деңгейде сахнада көрсетіп тұрсыңдар. Иә. Все в кожанке, я парасата. Ладно, штанов кожаных нет ни на ком. Я вот сейчас, я знаю, чем все закончится, я знаю, кто будет в DNA. Но почему я, глядя на Рэя, сейчас занервничала, что, господи, только бы он был в порядке.
Ты уже джустейс пересмотрела, успокойся. Ага, Рахмет, Пен. Спасибо, Пен. Давлет. Үлкен дауыс жинадың, бұл үлкен бір жетсік деп айтуға болады. Рэперлер өте жақсы өнер көрсетті. Зақтың жұмыс істеуі. Нақты екеулерің бір толқында болдыңдар. Осыған дейін екеулеріңнің қалайтам дарк сен әсіресе өте сондай бір басқа ерекше болдың. Козе сенде де басқаша болдың. Бірақ осы жолы дуэт, рэперлердің дуэті нақты бола алды. Вы думаете, я что-то понимаю? Нет, ничего. Кроме их имен, которые он произносит. Ну, судя по всему, он, конечно, их хвалит. Абу. Их успокоились все. Абу. Хозяин слова не давал. Осыжолы мен сенен нақты вокалист ретіндеген... Маленький. Мне нравится, я смотрю. Переживаю за него, как будто сама рожала. Шучу. Может, кто-то не понимает моих тупых плоских шуток, но периодически я... Почти всегда я шучу. И почти всегда это сарказм. Ну, сарказм дано понять не всем людям, поэтому некоторые люди начинают... Ты что такое сказала? Как ты посмела сравнить его там еще с кем-то или еще что-то сказать такое? Ну да. Сарказм это такая вещь, не всем понятно. Рэй. Арине. Саханада. Өнеріңді, өзіңді, ұстауыңды, өзіңнің саханалық дебют алып тұрғанын көріп тұр, басынан бастап. Менің байқағаным сені... Сізге сердечки посылайтын. Ты сладкий улыбается, счастлива за него. Блин, он классный, вообще, он такой прям. Рахмет, жұмыстарыңа. Рахмет. Мимимишный. Рахмет, я была такая. Малыши все тусуют тут. Моих нету детей? Моих, которых я рожала. Где? Где мои, которых я рожала? Кого-то тут из них не рожала. Успокойся, Дидар! Так, тихо. Я увидела гитару. Все. Өлеңдерінің сөздері ой салат. Бір-біріне ұқсамайтын, дарынды, талантты жігіттер. Олардың есімдері Нейтрон, Оушен, Амби, Ай, және Хан! Жігіттер, сәттілік! Прекрасней Нейтрона. Я уверена, что эти черные волосы им очень пойдут. Или хотя бы какого-то другого цвета. Блонд ему не идет, потому что у него не очень поразительные глаза. В плане у него нет таких прям шикарных ресниц, которые бы выделяли его глазки на фоне лица. Соответственно, ему нужно темные волосы, чтобы глаза были более выразительными. Вот. Это, конечно, вопрос к стилистам. Так, мухит. Мухит, прекращай это, как бы, окей? Мелочь. Так. Не залазь в кадр ты. Отвечу на комментарии, раз тут я все равно ничего не понимаю, что они говорят. А, тут казан бренч не сим, да? Парни алс это. Жалко проект. Трусен хан.
Он, конечно, очень-очень хороший вокалист, прям сильный, молодец. Жалпы осы, менің өнер жалпы жолында, музыка жолында, кішкене болса, өскенім үшін мен бәрін алғысын айтып шығам. Өмірде әр нәрсе болып тұрады, құлайсың, көтерлесің, іштен өтпей, тоқтамай, ең бастысы. Топта. Вообще, если я как обычно, я выцепляю слова из контекста и начинаю их переводить на свой язык, так как я изучаю корейский, слышу во многих казахских словах, очень во многих словах казахские слова. Казахские слова, логично. Казахские слова пишу корейские слова. Вот, даже не с одним пишутся по-другому, читаются они примерно одинаково. Топта по-корейски это жарко. В смысле быть жарким? Это глагол топта. Короче, да. Масик. Акзел. Ну, пусечный, конечно, детеныш, вообще просто пусечный. Господи, все эти дети когда-нибудь вырастут. Ну, даже как бы сильно они выросли, они все равно для меня будут детьми. Так уж повелось. Все, кто младше моего младшего брата, для меня дети. Физически, что бы ни происходило. Как бы сильно они не пытались казаться взрослыми мужиками. Я отношусь к ним как к детям. И почти ко всем. Не будем называть имен. Башка. Рей. Вторая говорит. Салямушка. Суперсерьезный мужчина, который ведет себя как дитятка. Вообще получается, раз их 4 человека, 4 вокалиста, 2 вокалиста и 2 рэпера будут? 4 же их. Где это в цифру? Такая, говорю, как будто сама не в курсе, кто там. Я просто сейчас начала снова заново вспоминать, кто там в группе. Ну, кроме Рэя, Нейтрона, Мухита и Даулета, Фэн. Интересно, ну, на самом деле мы тут обсуждали вопрос с одной девочкой в Инстаграме, в директе, по поводу того, как говорит на русском Мухит. Мне вот интересно, он хорошо говорит на русском или у него есть акцент? Вот, кто-нибудь, если слышал, как говорит Мухит на русском, в комментах напишите. Меня это не рисует, этот факт. Потому что мы обсуждали, похож ли его голос на голос Эйса. А так как я слышу голос Эйса только, когда я представляю Эйса и его голос, я слышу только его русскую речь, а у него есть такой своеобразный акцент. А поэтому я воспринимаю его только с русской речи. Несмотря на то, что он говорит на казахском, в большинстве случаев говорит на казахском, но все его слова, которые бы могли быть к нему применимы, я автоматически перевожу на русский язык с его акцентом, с его голосом. Поэтому я не знаю, как говорит Мухит, и не могу сравнить их голоса при этом. Что за мимишное создание-то, он это просто... Снова привет. В какой-то момент времени произошла непонятная херь. Вообще все отключилось. Я не знаю, по какой причине, что произошло.
Блин, я посмотрела еще минут, наверное, 5 без записи просто. Я даже не знаю, вроде бы зарядка все в порядке, что за фигня произошла, не знаю. Короче, мне придется монтировать. Вроде бы я закончила, вроде бы, на малыше улыбашке Аи к Жолу. Потом сказала NB. Ну, я не совсем понимаю, в каком моменте придется склеивать потом. Алем. Ну, где-то тут BN должен был быть. Ладно, короче, вот потом где-то тут плюс-минус вставлю, короче. Сейчас Алем у меня. Фиг его знает, как я буду вставлять. Понятия не имею. Монтировать придется 25 лет это видео, как обычно. Потому что это очень сложно монтировать, в принципе. Видосы, когда они уже... То есть я там болтала, а мне просто не записалось ничего. Сейчас буду проверять по часу. Слишком отвлекаюсь. Ну, в смысле, смотрю сюда. Вот сюда не смотрю. Вот и получается такая фигня. Мне потом говорят, а что ты смотришь так часто в камеру? А вы знаете, проверяю, да. Записывает ли она, не упала ли. Не сдох ли у меня телефон. На месте ли зарядка? Это все я видела, поэтому не смотрю. Вот так вот. Не проверяй потом. А многие в комментах такие умные, просто такие умные. Ну, не многие, конечно. В основном все-таки все адекватные и хорошие. 2-3 человека есть только. Самых умных. Буду потом вывешивать на доску позора их имена. Если не будет умничать. Так, это я все видела. Ребята тут уже... репетировали. Я досмотрела аж до самого выступления, то есть уже когда они начали, когда уже Нейтрон читал, вот, до этого момента досмотрела. Я даже не знаю, на чем я там закончила в том видео. Да, реально. А может, я это уже смотрела? Тогда. Короче, потом буду монтировать, сидеть придется. Час смотреть это видео полностью, прям полностью его смотреть, чтобы понять, в каком месте я остановилась. Буду включать на паузу, буду резать видосы, разрезать туда-сюда, сшивать это все. Короче, видео на 1:20 буду монтировать, наверное, 1:20, потом еще час оно будет загружаться, минимум. Зашибись. Вот так вот я прохожу выходные. Записывать я уже боюсь. Мухит, иди отсюда. Лашкай. Бен. Все, наконец-то они на сцене. Чтобы мне хоть немножко хронометраж. Маленький этот Ай, как жал, но такой за ремешок так подержался. Кене те жоғалады үмітте Неліктен әлемде Дегенмен ғайнай сезімде Ишімде әлі де Қарғап тамырда да үмде Табалам көзімді әдір көзде Дегенмен ғайнайлы сезімде Сонда да әлі де Өзіңе сенсенсей Бақыт жоғы енді мүлі Better, my name is Olay, but I can't see this.
Мне трудно такая манера чтения. Немножко раздолбайская. То есть он так, как эти, стиль пьяный, как это называется, господи, в кунг-фу. Стиль пьяницы, мы просто назовем такое. Расхлябанный такой. Я его помню. Ну, в смысле, помню. В стейдже я его очень отметила сразу же, как только увидела. Они танцевали там вначале в смирительных рубашках. Грустно, конечно, что нет сабов в плане. Не совсем понятно. Скорее всего, не все об обычных, обыденных вещах говорят, о том, как они, собственно, репетировали, о том, как им тяжело, о том, как... Ну, в общем, такие все вещи, но, тем не менее... Уже фанаты Мохито появились. Да, они в любом случае у всех есть фанаты, так 7 минут, господи. Так страшно, что он отключится в любой момент. То есть как бац, он выключен просто, зашибись. Бұл әнді сен келгеннен кейін тек қана бір жақсы жағынан тағда көре алдым. Простите, я была такая в телефоне, пока вы болтаете. Честно, ничего не понимаю. Және де, нейтрон, сенің үлкен бір... Можно, правда, в серию пока скачать, пока я... Рэп ретінде бір... Так что ты про нейтрона говорит? Что? Қосқаның әсер еткен... Так как я сейчас специалист по скачиванию 91 ТВ, я просто бог. Сам себе не похвалюсь, никто не похвалит, знаешь, так это. Масик. NB. Әннің негізі сәнін нақты келтіре білдім. Негізі қайырманы айту үлкен жауапкершілік. Негізі ең маңызды. Сондықтан да нақты сен бұны... Пока мен ничего не понимаем. Қайырма ретінде көрсете білдім. Скачиваем серию. Себебі... 91 ТВ. Будем потом отснимать все. Я даже довольна тем, что я теперь смогла это сделать. Ай. Любимчик публики. Мен негізі сенен өзім. Мимишный, потому что. Өте үлкен. Сладкая мимимишная. Потеечка. Потенциал көрем. Сенің музыкалық талғамын қабілетін енді мен көріп тұрмын. Не знаю, хватит мне, конечно, памяти на телефоне. Либо придется к нам перекидывать на компьютер и потом удалять. Что думаю. Ең бастысы тоқтамай жалғастыруым керек. Хан. Хан, өткен жолы мен саған айтып кеткенмін. Сен негізі old school-дан келген баласың. Жас кезінен бастап, басқа форматта. Старая школа, говорит. Бірақ, то есть он имеет в виду, что он не развивается? Білдім бір басқаша. Это что? Не плюс ему, говорит. Что он до сих пор поет, как в старой школе? Непонятно немножко. Хвалит он его или не очень. Ну, в принципе, спасибо сказал, конечно. Рахмет.
Рахмет, Ерболат аға. Сіздің сөздеріңіз. Дальше то, что будет? Считайте, они уже все выступили. А время 40 минут только еще. Энергетика. Құрметті көрермендердің естеріне сала кетейін. Бүгін құралатын жаңа топ 100 тур 2091 100 тур турнесіне аттанатын болады. Жүз все-таки. Но я все время жүз говорю, YouTube меня не справляет. Мен қазір, менің қасында тұрған керемет әдемі әйел, ол Ақжолдың анасы. Мама Ақжола? Апай, қалыңыз қалай? Жас. Көңіл күйіңіз қалай? Керемет. Болып тұрсыз ба? Қобалжымаңыз, себебі біздің барлық жігіттер керемет өнер көрсетіп жатыр. Ал мен қазір, достар, хип-хоп тарихын өз қолдарымен жасаған. Жасаған. Кім деп ойлайсыңдар? Тағы естілмейді кім? Сахнада Найджи Уан! Мурашки. Так, тихо. Нашли кого? Нашли кого пихать на сцену? Вы что, ты балдели, что ли? Без подготовки-то. Даник будет петь. О, Господи. Сегодня только эту песню слышала, ну, в смысле, видела клип. Изи. Со своими волосиками покажи мне, я хочу посмотреть. Какие длинненькие. Это как раз был тот период, да, когда... Офигеть, как он читает. Тот период, когда... Когда они снимали... Господи, все. Слов нету. Когда они убили волосы, пополам раскрашены на синюю, да, красную. Все. Будешь улыбаться здесь, как Джокер, нет? Надо проверять хоть там снимается вообще нет, а то пункт. Опять придется переснимать так 45% зарядки. Выживет, не выживет у меня. Видимо, я просто никогда больше часа не снимала. Какой-то период, наверное, перегревается фотоаппарат и выключается. Фух.
любимые дети. Любимые мужчины. Салем, Берни! Спасибо, Асель. Там сообщения просто не периодически со всех сторон. Келгендеріңізге рахмет көп. Себебі дәл қазір мына жерде кей-поптың тарихында жаңа эра басталу үстінде. Тихо, там мой спортировал свой лобик. Сол үшін алдағы уақытта шығатын жаңа топқа, жаңа буынға үлкен қолдау көрсетесіздер деген үміттеміз. Сіздерге қатты сенеміз, қатты сүйеміз. Рахмет. Еще одна песня. Вы что, с ума сошли? Уходите со сцены. Уже этот танец у них просто. Ой, вообще, когда они выступают, комментирую что-то излишнее. Самая моя любимая партия в Дани как просто. Снимает хоть. За концерт вот это строили. Идите отсюда. Блин, здесь такой плохой мальчик. Мысик говорит мой. Карта такая. Достал своей крутости уже. Где-то должен же быть предел его шикарности. Хватит уже травмировать мою психику. Так, я надеюсь, вы все, да? Идите отсюда. Улькен Рахмет! Улькен Рахмет! Давай, идите. Вам тоже большое спасибо. Не только... Ничего не понимаю, Эри, прости.
Как бы ничего, но нифига не понимаешь, что ты говоришь. Так, пошла пятую серию, пока скачаем. Еще одно сообщение. Ржет от моей фразы. Грыжусь, будто сама рожала. Да, я всегда так говорю, когда очень-очень-очень талантливые дети. Я всегда говорю, грыжусь, как будто сама рожала. Хотя я так говорила только про одного мальчика, корейского рэпера. Может, кто-то слышал о таком рэпере, как Yeonbi. Второе место занял. Не второе место, а третье. Второе, по-моему, занял место. Еще в Мидамане, восьмом. И выиграл школу старших рэперов, вот, в 18 лет. Друзья, что-то там, типа, как у вас друзья, как у вас дела, что-то в этом роде. Дедарчик стоит. Хорошо, что они все дружат и как бы у них хорошие отношения у всех. Блин, 47 минут, 47. Я уже не могу сидеть. Чуть-чуть устала в одной позе. Надеюсь, меня слышно будет, потому что в этот раз я без микрофона. Они все вместе здесь будут. Красивых оставили так. Давайте, зажгите. Масик. Масик Акзол. 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 Ай. Как не улыбаться при виде него? Скажите мне, пожалуйста. Помни, сколько ему лет, и перестанешь улыбаться. Прикольный бит. Интересно, как Нейтрон это все? Он, в принципе, рэпер, да? То есть он продвигает рэп массы и все такое. Но ему приходится здесь плясать. И, в общем, рэперы, в принципе, как бы даже в Корее не очень любят. Довольно это так? Пен, успокойся. Там несовершеннолетние тебя смотрят. Бабушка. Типа такая хард-атака. К Дарку до сих пор не знаю, как относиться, честно, вообще не понимаю. Нравится мне. Не, ну все дети нравятся. Они все талантливые, все молодцы. Я имею в виду именно... Бесить его или нет. Хотя, душевно, если есть уже биас, то там уже сложно переплюнуть кому-либо его. Даже если он идеален во всем. Вот в Саундлайтах я тоже не всех любила изначально. То есть у меня был какой-то там определенный набор биасов. Три человека. А когда начала смотреть шоу, то все, они все стали моими биасами. Это как с Monsta X. Они тоже все мои биасы абсолютно. Ну, в смысле, Джухон, конечно, моя любовь всей моей жизни. Но все остальные ребята тоже моя семья уже. Все семеро. Monsta X от 7 всегда навеки. Вне зависимости от происходящего. Бьен классно поет так. У него очень сильный голос. Так. Сейчас скажу, что на партии Нейтрона болтала, как не знаю кто. Отвечу.
Нейтрон читает не моим стилем. Простите. Не мой стиль, абсолютно нейтрон. Абсолютно не мой. Категорически не приемлю такой стиль читки. Вот что хотите, то и делайте. Можете закидать меня тапками в комментах. Можете задизлайкать все мои видосы. Нейтрон не мое. Вообще никак. Я посмотрела очень много его живых выступлений, которые мне скидывали. Из Карабери и так далее, и так далее. Средний рэпер, он очень средний. Мухит это лучше читает. Это предвзятость. Ты предвзято относишься к Мухиту. Да, простите. Даже Дидар как читает, это очень как бог. Я уж не говорю про Изи и про Зака. Да даже мой Су читает 100-500 раз лучше. Мой Сушечка. Мой Адулет. Кстати, он лайкнул мою запись. Он лайкнул мою запись, помогите. Я ничего не понимаю, поэтому... Прости, Айри. Я буду о своем болтать. Дарк. Даррен, иди домой, скажи. Шучу, конечно же, да. Куда ты пойдешь? Какой домой? Мы возьмем тебя в трени. Ты скажешь, езжай домой, да вообще бы было супер, конечно. Ни черта не понимаю, где Саба. Махабат. Так, Эркес, Махан, иди отсюда, как бы ты вообще тут не вовремя. Рэй стоит на сцене. Вот так вот на нас смотришь просто в толпу людей и видишь только одного человека. Не знаю почему. Как-то сразу так взгляд ложится просто на него. Так, ты записываешь хоть 27 минут. 36%. Главное, чтобы он не сдох во время записи. Мне придется его потом 4 часа минимум заряжать. Его нельзя заряжать, одновременно заряжать и снимать. Как телефон, допустим. Я периодически так делаю, да. Занимаюсь дуростью, снимаю на телефон и заряжаю его. Хам. Тресон Хан. Улыбашечка. Так страшный маленький Акджол стоит там. Господи, принесите ребенку салфетку. Промокните лобик. Да он такой зерошный, так мило, конечно, но, блин, хочется его прям причесать, умыть. Режим мамки включился, да, все как обычно. Так, что происходит вообще? Өзгере алатынды дәлдер, ең маңызды осы. Жарайс, рахмет. Козы. 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 Бірінші күннен бастап... Все время кажется, кому козу его называют. Может, это никнейм, блин, просто. Он такой стоит дяденька, серьезно. Ты охранник или просто это мимо проходил? Зарь, я имею в виду. И о чем еще мне говорить, если я не понимаю ни слова, правильно? Вот это то, о чем я говорила. Возвращаемся, не знаю когда, к какому моменту. Я говорила про какого-то мужика, который в зале стоял просто так. Черт подери, опять отключилось все. То есть у меня записывают... 13 минут или сколько там минут? Фиг знает. В общем, не знаю, как я буду монтировать это видео.
На Козу мы закончили, или Гжоу начался, потому что я тогда смотрела уже до Гжоу. Слава богу, что он еще сохраняет это все. А потом выдало бы мне там что. Может быть, в режиме селфи он так мало снимает. Фиг его знает. Надо, наверное, это другой режим сделать на съемку. Ладно. Тут осталось-то. 20 минут, я думаю, доснимем. Так, потом настрою. Вернемся к Жолу. Кто тут поблагодарил Косу за то, что он был хорошим лидером. Теперь Ай, все. Очень жарко. На улице, наверное, тоже жарище. Потенциал. Ага. Слова понимаю некоторые. Вот сейчас надо проверять, каждые 30 секунд. И он опять вернулся, этот страшный мужчина из зала. Его только что не было при этом кадре. Меня пугает, он кого-то ждет там после работы. Башка. Что я там говорила до этого, когда списывала, я уже не помню. С одной стороны, хорошо, что не помню. Кстати, говорит не Блэкдейл, он говорит Блэкдейл. Блэкдейл. Слышите, да? Зак вообще называл их Блэкдейл. Я слышала. Я прекрасно слышу, как они говорят. Так, шея начинает затекать из-за долгого просмотра в одной позе. Он, как никто, конечно, достоин своего места в этой группе. Честно, я даже не помню, ну, на каком моменте мне остановилось. О чем я там говорила. Потом буду сшивать полтора часа, если не два. Я благодарна тебе за то, что ты тут на этой сцене стоишь. Фанатики Нейтрон? Фанаты. Еще и голова заболела, вообще зашибись. Надо посмотреть, может быть, у него какой-то режим стоит там. Снимать по 13 минут. Underground, говорит. Типа вытащил его из андеграунда. Айдол поп-индустрия. Как русские слова слышите, это просто прекрасно. Угу. Голосист это наш. Этот помогайте. Заботливый, о себе позаботился. И этот страдает, то, что другие детей никто не протирает, а он взял салфеточку так. Я бог, я пен. Даулет. Арине, бундай даусының ерекшелігі бұл жақсы, бірақ
Мен сенен осы жобаның үстінде сахналық тұрыс, басқа қыр, бейін, осын барлығын. Смотрят друг на друга, Рэй и Нейтрон разговаривают глазами. Типа, чё? Чё надо? Пока серия скачалась, пока фигней всякой занималась. Так, записываем, блин, страшно, как сейчас каждый из... Так, любимчик у женщин и мужчин. Просто любимчик всех. Енді өзің естіп тұрған шығарсың. Сеған 50 мың адам дауыс берген. Бәріміз таң қалдық. Сардашка. Мен көрермендердің сол ойын қаншалықты менің өзімнің ойыммен тең келетін болатын. Есімде ғой, мен айтқанмын. Сынап көрейік деп. Қателеспеппін. Нақты алып шықтым. Әрине, сен топтың келбеті боласың, әрине. Әрине, ничего не понимаю. Печальная грусть. И грустная печаль. А тут у меня вот сейчас закачивается. Поехали, поскачается. Все равно я ни черта не понимаю. Привет, Абу. Так, 7 минут. Абу... Да что ж ты все время лыдешься, это так мило. Башка просто ходячая. Ходячий позитив. Он вообще когда-нибудь не улыбается? Ну, хит, он так стоит, такой серьезный, с таким лицом каменным, как будто все. Все в его жизни кончено. Еще нервничает. Кусает. Вы тоже так вот иногда кусаете? Вот он сейчас этим занимается. Это нервное. Нервничает ребенок. Неге десең, басынан бастап, мен сені әр жоба, әр кезеңде алыпсам деген. Солай шешем. Какой-то мужик, друзья долбится. Иди отсюда. В подписке, чувак. Видели, сколько у меня подписок? Если заходили на мою страницу. Все они там. Это... Это никак не связано с реакциями, просто какие-то странные мужики все время добавляются в друзья. И думают, что я должна обязательно их добавить. Это очень странно, кстати, для меня. Такое ощущение, как будто он плачет из-за того, что у него лицо влажное. Хочется так взять салфеточку. Все это утереть. Дайм болу. Чуть пайз дайм болу. Маунай. Рахмет саған. Спасибо тебе. Так. Господи, заговорил этот там. Ты можешь не разговаривать вообще? Это твой голос меня пугает. Одан кейін продюсер Ербол Дерхан жаңа топтың мүшелерін жариялайтын болады. Я поставлю на секундочку на паузу, отключу. Снова включу, потому что я боюсь, что он будет отключаться, и я буду так вот делать периодически. Ендіше кеттік. 10, 9, 8, так считают они тут. Отсчет времени пошел. Протрите лоб кто-нибудь этому мужчине на сцене, пожалуйста. Я сама бы не рискнула, не подошла бы.
Вы хоть протрите, а то он у него так сверкает. Ерболатова, сөз сізде. Звут объявляет, да, участников? Барлықтарыңызға, я, рахмет. Я не нервничаю, я знаю всех участников уже. Мен, мұқият тыңдауларыңызды сұраймын. К тому же я половину не понимаю. Половину слов. Больше половины. Четверть. 98%. Что-то происходит, да? Угу, хорошо, окей. Атайым деп айтқан болатынмын. Бұл өздеріңіз білесіздер, кей-поп осы біздің бағытымыз үшін, біздің топымыздың аты өте маңызды. Оның өзінің концепциясы болады. Ол өзінің үлкен бір сіздерге беретін күш болады. Сондықтан да топтың аты. Не тяните, Ерболат ага, зачем так мучите детей? Им вот хватит еще DNA. А, название Бигл, да? Так будет называться. Ягни. Неге DNA, өздеріңіз білесіздер, кей-поп, бұл өзінің алдында ерекше бағыты бар. Өзінің алдында ерекше бағыты бар. Я проверяю, снимает или нет. Не на вас смотрю, поверьте. Я уже боюсь просто. Кей-поп. Сондықтан да осыны нақтылаушы. Так-то 10 минут осталось. Я надеюсь, выдержит, не подохнет там. Памяти дофига, я не знаю, почему он снимает так мало. 24%, правда, зарядки. Такой телефон там крутой. Жақсы. DNA тобының бірінші мүшесі. Давай начинай с нейтрона. Это всем очевидно, что ты берешь нейтрона. Зачем травмировать детскую психику здесь? И... Там такие девочки стоят, прям вообще крошки, крошки, крошки. Ну и все, естественно, логично. Угу. Все, начали с нейтрона. Кто-то может подумать, он даже не участвовал в конкурсах, зачем его взяли? Да? То, что победил Грабер, еще ничего не значит. По мне так. Я бы лучше взяла Дидара. У каждого свои вкусы. Дидар для меня лучший. Баста вокала. И Су, конечно же, Су. Но Су не взяли. Рейн. Потому что он плохо на казахском. Да, мой зайка. Муройчик, мой котенок. Маленький, поздравляю тебя, ребенок мой. Ну, как ребенок? Мой мужчина. Нет, не мой мужчина. Просто... Просто казахский мужчина. Казахский парень. Да, молодец. Молодец. Горжусь с тобой. Ищущий мужчина. Следующий. Следующий. Кого там кричат? DNA тобының үшінші мүшесі. Топтың келбеті. Дәулет Пен. Ты не реви только, ребенок. Хоть ты не реви. Нет, как походу заревел. Так, тихо. Я представляю, каково ему на самом деле. А, его столько раз выгоняли и возвращали. Мне кажется, в него там уже...